На втором заседании Рязанской городской думы главным вопросом повестки стал конкурс на замещение должности главы администрации Рязани. Парламентарии назначили его проведение на 19 ноября и утвердили состав конкурсной комиссии. В нее вошли 10 депутатов. Теперь в течение практически целого месяца все желающие горожане могут подавать заявки на пост мэра города. Комиссия будет работать ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Конкурс будет на протяжении нескольких недель, и мы предполагаем его завершение 19 ноября 2013 года, когда мы уже должны услышать имя главы администрации города Рязани. На сегодняшний день сформирован состав части комиссии конкурсной от Рязанской городской думы. По регламентам 10 человек от Рязанской городской думы должны войти в состав комиссии. И туда же, в состав комиссии, в ближайшее время мы ожидаем кандидатуры от правительства Рязанской области и от Рязанской областной думы. Согласно нормам, все кандидаты на должность мэра Рязани должны будут в обязательном порядке предоставить в конкурсную комиссию сведения о доходах и имуществе, причем не только свои, но и членов своей семьи. Также на заседании Гордумы депутаты окончательно разобрались с организационной структурой, оформили составы профильных комитетов парламента.